Дорогие подписчики, сегодня мы будем с мамой играть в салон красоты. Мама мне будет красить ногти вот таким лаком. А пока мама мне красит ногти, представляю вам третью часть «Настюша в цирке». Приятного вам просмотра! Ку-ку! И я тут. Меня зовут кукла Лол. Хочу попросить вас поставить Настюше лайки. Много. А также подпишитесь вот тут вот внизу на канал Настюшин. А я пока буду ассистировать Настюшиной маме. Пока она будет красить ей ногти. Всем приятного просмотра. И не забудьте про лайк и подписку. Живой дом. Очень интересно, живой или не живой. Гость с Востока, кого мы берем? Гоша. Гоша, бедный Гоша. Для следующего номера мне надо два помощника. Постарше и покрепче. Так. Ну давай, Евгений, иди сюда. Так, и девочка есть такая? Вот, на. Сильную девочку надо. Ну вот, в светленькую иди к нам. Нет, ты уже была вот рядышком, девочка, давай. Давай, вставай сюда. Стой. Держи. Крепко держи. Крепко держи. Натянули. Натянули? Теперь отпускаем. Проверяй колечко. Отпускай. Отпускай. Отпускай веревочку. Веревочку. Веревочку отпусти. Веревочку отпусти. Проверяем колечки. Проверяем колечки. Прорези нет, не разбираются они. Ничего. Не разбирается? Так. Кнопочки там нет никакой. Нету? Кнопок нету. А то вдруг так раз, а? Нет? Ну, продевай. Так, продевай. Подожди, ты пока не продевай. Давай вначале завяжем. Так, отпусти. Привяжем. Одну. Так. Привяжем. Вот так, этот просовывай. И держи крепко. Опять отпусти. Отпусти. Привяжем. Так. А теперь корпус какой-нибудь нам даст? Не жалко? Оно у тебя волшебное? А? Нет, не волшебное. А теперь держи. Держи. Натянули. Висит как на вешалке, да? Висит. А теперь мы ее привяжем, чтобы она не убежала. Отпускаем. Так, привяжем ее, чтобы не убежала никуда. Держим теперь, держим, держим. Крепко держите? Точно? Крепко держу? Сейчас проверим. Так.
Александр, веревочку держи. Держи веревочку. Да? Понял? Ну, сейчас покажешь нам после экзамена. Я понял. Будешь рукой, будем снимать. Дальше дергаем, да? Или разрежем? Да, дергаем. Дергаем? Пока не порвали. Не мое, не жалко. Так, давай чуть-чуть. Тянем, натягиваем. Сильнее тянем. Не дергаем, тянем сильнее. Сильнее тянем, 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 тянем. Тянем, тянем. Крепкая веревочка попала. Секундочку тоже. Тянем, сильнее. Все, не понял. На месте все? Все целое? Давай, ручки. Давай, иди сюда. Иди сюда. Подняли ручки вверх. Похвалились. Занимаем свои места. Большое спасибо. Аплодисменты помощникам. Ой, Господи. Так, внимание. Отгадайте-ка задачку. Кто сейчас выступит? Встречайте наши пушистики. Thank you.
Вот такие ногти. Вот такие вот ноготочки у Настюши получились. Цветом прям почти как у мамы. Вот напишите в комментариях, а запах какой? Чем пахнет, Настюша, чем пахнет? Конфетами. Конфетами пахнет. Угу. Вот напишите в комментариях, нравится вам Настюшин цвет лака? Вот такой вот цвет. Настюша, не дергай пальчиками, потому что не видно. Вот такой вот цвет получился. Давай другую ручку покажи. Подними чуть-чуть повыше. Вот. Вот такой вот. Эту ручку Настюша покрасила сама. Да. А вот эту покрасила мама, да, Настюша? Да, красила. Красила и блестяща. Да. Ну что, подписчики, вам понравилась третья часть? Тогда ждите, скоро выйдет четвертая. Эй, вы меня забыли, снимать меня. Я тоже хотела попрощаться. Всем пока, дорогие подписчики! Вот тут вот в углу на канале есть кнопочка, жмите подписаться! Те, кто не подписаны, обязательно жмите! А также на колокольчик жмите, на колокольчик не забудьте! Пока-пока! Всем пока-пока-пока! До новых встреч! А теперь давай играться. Мы с тобой будем играться. Да я тебя обниму, Настюша. Да я обниму вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. У тебя такие ноготочки красивые. А это спасибо. Да. А давай покрасим мне. Вот так вот я сяду и покрасим. Ты покрасишь мне ногти? Да. Только смотри, не пачкай меня полностью. Хорошо, попробую. Давай. Ты мне покрасишь, а твоя мама будет держать мне ручку. Давай. Вот так вот. Ой, я буду красивая. Я буду красивая, красивая. Ну все. А потом рисовать будем? Да, будем. Конечно, еще и поиграем во что-нибудь, да? Хочешь в куклы? А? Хочешь в куклы? Куклы? Угу. Давай в куклы поиграем. Хорошо. Ой, все, я такая красивая. Ноготочки у меня розовенькие, прямо как у тебя и у твоей мамы. Настюша, а я тебе нравлюсь? Да. Красивая у меня корона? Да. Да, я красивая. Тоже. А у тебя тоже же есть корона? Да. А где она, кстати? Она в шкатулке. В шкатулке? Завтра надо будет одевать, когда будем представлять четвертую часть, да? Оденем? Да. Обязательно. И ты будешь в короне, и я буду в короне. И мы будем обе красивые, да? Да. Ты в туфельках будешь или без? В туфельках, конечно. А ты без туфелек? Ну да, мне немножко пора, чтобы туфельки одевать. Ничего, когда-нибудь мы операцию тебе сделаем и будем одевать туфельки, да? Да. И еще буду с тобой играть, потому что я буду еще ходить. Дай бог. Все, давай играть. Дуй меня, дуй ногти, дуй, чтобы высохло. Иду, дуй. Ой, все, будем играть, да? Да. У тебя высохли уже?